Короче, что-то тут сейчас будет. Другого нет. Вот, пожалуйста, парень поедет на Лифане. Мне сказали, кто-то тут ездил на Лифане. Лифан, оказывается, может участвовать. Так что не сым, берем китайцев и едем сюда. Так-так. Команда! А где тут? Команда! 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 Моторы глушим! Сейчас начнется! Глушим моторы! Глушим моторы и подтягиваемся сюда! Первый момент. Трек проходит, ну, сами понимаете, недалеко от города. Здесь люди живут довольно плотно, много велосипедистов, много грибников. И сейчас вот установилась грибная пора. В лесу много народу. Пожалуйста, понимайте это. Видите машину, видите людей. Не бесите их, не вызывайте у них ответное чувство вам отомстить. Пожалуйста, будьте адекватными. Люди в лесу есть. Их много. Дальше, велосипедные дорожки. Есть пересечение с велосипедными дорожками. У меня был разговор где-то неделю назад с главным велосипедистом. Он нам предъявлял претензии, типа, какого хрена вы тут ездите по нашим дорожкам. У нас тут велотрейлы, давайте мы вам покажем, как их сложно делать и так далее. Короче, я ему пообещал, что мы по велодорожкам не ездим. Большая просьба, на велодорожке не заезжать. Трек проложен так, что где-то даже параллельно он проходит, и видно велодорожку, и будет большой соблазн заехать на нее. Но удержитесь от этого соблазна. Не смогу. И едьте по меткам, которые нарисованы. Не смогу.
Не, нифига. Вот так. Блин, у меня тут проблемы сейчас. Все, такой? Да, я не могу заводить. Я немного зачетырил. Пойду помогай тебе. Давай так! Я сейчас наверху, осторожно! Ah.
Ого! Надо помочь остальным. Надо вот туда! Вот туда и попал ты потом! Куда? Вот туда! Вот туда и попал ты потом туда, нормально выезжай! Антох! Подожди, давай вот так вот! Во, смотри! Смотри, вот отсюда до того! Чё ты таскался, ты не предел? Давай, держу жопу! Чё? Ставь морду туда! Вот дальше тебе надо вот это так мочку поставить. Вот это надо убрать. Вот туда, в то бревно целься, там развернем. Подожди, сейчас уберу, подожди.
Что, опять нет трав? Ну, готовился. Yeah.
блядь. Ой, по яйцам получил, блядь. Ooh.